Несколько десятков лет назад автор этой книги не имел ни единого шанса попасть под прицелы телекамер. А уж тем более, держа в руках деталь реального космического аппарата, делиться с журналистами секретами оборонной технологии. Это тормозной двигатель. Сюда вот наворачивалось огромное сопло. Это технология тутового шелкопряда. Вот когда гусеница сидит и плетет себе кокон, вот это полностью повторяется та же самая история. Виктор Маргин прекрасно знает, почему советские ракеты были такими легкими и прочными. Он сам приложил немало сил, чтобы появилось новое поколение ракетоносителей, не имеющих аналогов в мире. Вы знаете, у нас такие средства доставки, как Тополь и Тополь-М. Вот у Тополя двигатель сделан по этой основе, а у Тополя-М вот по этой основе. Поэтому они гораздо легче. Композиты – это новые материалы с заданными свойствами. Их не выплавляют в печах, а навивают из специальных ниток. Например, это в 20 раз прочнее броневой стали. Кевлар, помните такой? Да, вот, да, да. Вот. Ну, это аналог некоторых кевлара. То есть порвать это волокно невозможно. Я взял, завязал узелок, и я его сломал. Оно не порвалось, оно сломалось. Благодаря этой сверхпрочной нити ученый-оборонщик космической отрасли стал невероятно популярен среди российских спецназовцев. Большое спасибо, он не раз спасал нам жизнь. Такие слова бойцы спецподразделений не раз говорили разработчикам этого удивительно легкого и прочного инновационного изделия. Изделие появилось в первую чеченскую кампанию. 200 бойцов с Алтая призвали на войну, не снабдив обмундированием. Краевой военком в отчаянии пришел в технический вуз. Это Розовенко был тогда у нас краевым комиссаром военным, вот он обратился нарядить наших вот этих 200 солдат какими-то средствами защиты. Из той компании все 200 вернулись живыми. Вместо бронепластин здесь от пуль защищает композитная ткань. Вот если мы таких возьмем 4 пластиночки, то это уже господин Макаров ничего здесь сделать не смог. 8 слоев уже защитят от автомата. Дополнительная стальная накладка удержит более мощную пулю винтовки. Здесь справа доказательство. Вмятина от прямого попадания из пулемета. Это идет вот, конечно, вот и еще и мат. Вот так вот. Да, потому что осколки, которые могут осколочные пули отражаться. Чтобы связать здесь. Да. При всем этом весит барнаульский бронежилет всего 7 килограммов. Не стесняет движений, к тому же защитная ткань дышит. На одном из подмосковных оборонных предприятий освоено промышленное производство барнаульского бронежилета, а его автор в Барнауле продолжает эксперименты с углеродными и даже каменными нитями, создавая из них новые удивительные материалы. Дмитрий Клишин, Сергей Кузнецов, Вести, Алтай.